Здарова, ребята! С вами я, Реклапа, и сейчас мы сделаем обзор на чудесный мод под названием «Перчатка Крипера». Настоящее чудо-перчатка Крипера, которая действительно меня поразила, потому что этот мод мне очень понравился. Он делает чудо-вещь. Всасывает Крипера, и ты сможешь делать просто чудесные вещи после этого. Давайте я вам покажу вообще, как она делается. Это крафт данной перчатки Крипера. Это у нас жемчуг Эндера и порох. Вот в таком вот положении выходит у нас перчатка Крипера. Так, перчатку мы берем. Также у нас есть вещицы, чтобы призвать Крипера и дополнительных чудес Майнкрафта. Так, я там уже тестировал кое-что, но вам не покажу, после покажу. Давайте чуть дальше отойдем, я потом даже скажу. А хотя вы и сами увидите почему. Так, берем, призываем Крипера. Берем перчаточку правой кнопкой мыши и втягиваем в себя. Все, Крипер у нас в перчаточке. Это классно. Так, что потом можно сделать? Пример, вот у нас курица. Обычная курица. Нажимаем на нее. И бум! У нас происходит взрыв, чудо-взрыв, где появляется множество различных вещей. Причем эти вещи настолько умножены, что просто это заставляет действительно радоваться. Действительно, вот посмотрите, сколько вещей, сколько еды, сколько всего от одного этого взрыва. Такое ощущение, что здесь 5 куриц или даже 5 криперов взорвалось. Это круто, это круто. Давайте еще раз протестируем. Берем крипера. Втягиваем в себя. Давайте опять. И... опаньки. Бум! Здесь у нас небольшой взрывик. И море вещей. Так, давайте попробуем призвать овцу. Овечка есть. Берем крипера. Крипера втягиваем. И пошли, 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 пошли. И бабум! Вот у нас опять куча различных вещей, все, что можно взять. Смотрите, сколько здесь вообще мы взяли шерсти. Это круто. Можно сделать 10 кроватей сразу. Это классно. Но это еще не все, ребята. Это действительно еще не все. Давайте кое-что вам еще покажу. Самое главное в этом моде. Берем крипера. Крипера втягиваем. Берем опять крипера. И... вау! Супер взрыв! Супер взрыв! Это взрыв мощностью 10 крипера, наверное, а то и больше. Вот так вот действует эта вещь на самого крипера. Берем крипера. Втягиваем. Берем, ставим 4 крипера. И действие! Вау! Вот, вы посмотрите, какой кратер вообще. Такое ощущение, что здесь 50 криперов сразу взорвались. Это чудесный мод. Это просто бомба, а не мод. Давайте еще чуть-чуть побалуемся. Ставим сюда. Втягиваем. И пошли, поехали. Оу. Давайте еще раз. Ставим. Втягиваем. Наставляем штучек... так, 6. Не знаю, оно, правда, действие все равно на одного, но все равно прикольно. Бум! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ха! О, вот это взрыв! Вот это взрыв! Давайте еще раз! Еще раз! Забираем! Бум! Вот это жесть! Вот это жесть! Вы только посмотрите, какие действия этого мода! Это просто чудесно! Так, а я сейчас покажу, что я здесь вырыл. Просто ради интереса можете посмотреть. Здесь у меня тоже туча криперов, и они чудесненько повзрывались. Так, давайте еще раз вам покажу, какой крафт, чтобы вы знали. Этот мод маленький. Вот так вот у нас выходит перчаточка. Эта перчаточка просто творит чудеса.
Между прочим, действие, по идее, должно быть на различных мобов, ну и вообще, злых, не злых. Давайте попробуем. Вот, смотрите, и на этого моба тоже действует. Так что, можно пробовать и на злых, и на каких угодно вообще мобов. Потому что это действует, ребята, это классный мод, который дает такие взрывы, это просто что-то нереальное. Бум! Обалденный мод, обалденный. Спасибо, ребята, за просмотр данного обзора, я надеюсь, он будет вам полезен. До новых встреч!